Более 80 тысяч снарядов времен Великой Отечественной войны. Поражающее количество взрывоопасных предметов. Еще больше оно удивляет, если учесть, что все это было найдено на территории одного комплекса – крепости Керчь. 45 с небольшим гектар местности прятали в земле количество боеприпасов, достаточное для небольшой войны. Теперь, к счастью, этого арсенала там больше нет. Все благодаря деятельности Центра по проведению спасательных работ особого риска «Лидер МЧС России». Подошел к концу очередной этап разминирования нашей замечательной и знаменитой Керчь-крепости. Трудно переоценить ваш труд. Работа по разминированию снарядов более чем 70-летней давности – невероятно опасный и героический труд. Все из-за того, что чем дольше взрывчатка лежит под землей, тем более она нестабильна и непредсказуема. Снаряд может взорваться не то что от неправильных действий, но даже от легких прикосновений. Тем не менее, сотрудникам лидера удалось выполнить действительно боевую задачу. За это саперам полагается достойная награда. Наш личный состав был поощрен памятными медалями, грамотами от Главного управления МЧС России по Республике Крым. В этом году работы завершены. Есть в планах продолжить эту работу в следующем году, в июне месяце. Особой благодарности от главы Республики Крым Сергея Аксенова удостоилось 5 специалистов Центра «Лидер». Они проявили высокую степень ответственности и выполнили свою работу на отлично. Разминирование крепости Керчь – невероятно важная задача, так как это ценнейший историко-культурный памятник. Никита Егоров, служба новостей ИТВ, Керчь.